Когда говорят, что в гостях так же хорошо, как дома, и даже лучше, значит, речь идет о детском лагере «Ровесник». Наши корреспонденты пообщались с отдыхающими там детьми и убедились, что в «Ровеснике» действительно настолько хорошо, что даже уезжать не хочется. Детский лагерь «Ровесник» начал работать с конца мая. В течение всего лета там будет проведено 5 тематических смен, в которых отдохнут и оздоровятся более 400 славянских ребят. Сейчас в лагере проходит спортивная смена «Здоровый стиль лета». В ней принимают участие лучшие юные спортсмены Славянского района. В основном в лагерь этот отправляют детей, которые в течение года выступали в первенстве края, проявили себя на тренировках. Приезжают они сюда для того, чтобы после нагрузок восстановиться. Кто-то перед какими-то крупными соревнованиями, если не совпадают, здесь можно провести великолепные сборы для детей. То есть воздух свежий располагает к тому, чтобы детей как оздоровить, так и поддержать их физическую форму. Каждый день лагеря расписан буквально по минутам. Подъем, зарядка, плотный завтрак. После ребята отправляются на спортивные занятия. В смене отдыхают юные футболисты, волейболисты, теннисисты и гимнастки. Ежедневно на территории лагеря они проводят тренировки. Затем отправляются на море. После водных процедур тренировки продолжаются уже на пляже. Пока мальчики играют в футбол, девочки отрабатывают гимнастические элементы. И раз, движение, два, три, четыре, ноги в рост, и продолжаем. Тренер отделения спортивной гимнастики детско-юношеской спортивной школы номер 1 имени Шевченко Марина Кукарека уверена, что такие тренировки на свежем морском воздухе более эффективны, чем в зале. Отделение спортивной гимнастики. Работаем в спортивном зале. Приехав сюда, в спортивно-оздоровительный лагерь, дети продолжают свои тренировки, но продолжают на свежем воздухе. Конечно, это оздоравливает, это закаливает наших детей. Вы знаете, им даже очень интересно показать себя в иных условиях. Так как в спортивно-оздоровительный лагерь приехали дети и других федераций, и это, конечно, немножко стимулирует наших деток, наших девочек, подстегивает. Они проявляют себя порой даже с лучшей стороны. Работоспособность выше, настроение хорошее, море, солнце, отдых. Несмотря на такой плотный режим тренировок, а также творческих мероприятий, которые проходят по вечерам в лагере, дети счастливы, что отдыхают в «Ровеснике». Скучать им здесь просто некогда. Мне очень нравится, потому что тут мы заводим новое общение, новых друзей, скорее, будет правильно даже. Ну, свежий воздух, естественно, проще, потому что в зале заниматься очень даже жарко, а тут даже, можно сказать, легче, что ли. И весело. Спортивная смена закроется 21 июля, а уже 24-го «Ровесник» вновь наполнится детскими голосами. Здесь пройдут еще две смены – эколого-биологическая и военно-патриотическая. Анна Монастыренко, Александр Косицын, программа «События».